Какое население Украины? Не знаю. Ну, приблизительно. 6 миллионов. Так. Президент у нас кто? Лукашенко. Добрый вечер всем хорошим людям. Слава Украине, живи Беларусь. Друзья, три темы хочу с вами рассмотреть, показать 4 классных видеоролика. Темы, которые мы обсудим, это инвестиция в $1 миллиард, новая моли, новый обстрел Украины. Я вам хочу чуть-чуть рассказать и показать то, что я сам снял на телефон. Хочу поговорить о том, что произошло на территории Беларуси. Там нашли остатки С-300. И покажу продолжение битвы и агонии Соловьева против Стрелкова. Оказывается, эпопея продолжается. Ну и немножко покажу вам видео с Аркастана, где, во-первых, инсайдер купил тиктокеров, и они начали рассказывать, что Путин, купаясь в крови, это вообще очень все круто. И это стоит 100 евро. Наснимали видео, будете хохотать. Ну и там еще есть некоторые кадры из Аркастана, которые я вам хочу показать. Итак, первое. Когда я утром проснулся, у нас не было света. Была воздушная тревога. Ну и нет интернета, соответственно. Я решил пойти включить генератор, и чтобы интернет был. И думаю, у меня такой громкий генератор. Будет заглушать некоторые звуки. Кстати, он так заглушает, что не так дискомфортно, назовем это мягко. Я подхожу к генератору, начинаю его заводить и слышу сумасшедший свист. Просто с такой скоростью летит, и такое ощущение, что приближается прямо на тебя. Ну, я же обычный человек, я упал на землю, потому что не понимаешь, куда оно летит, что происходит. Это не похоже ни на ракету, потому что над нашим домом уже пролетала ракета, я ее видел с маленького расстояния. Я видел, как над домом гоняется истребитель за другой крылатой ракетой месяц назад, как он ее сбивает, и ты не понимаешь, куда она сейчас упадет. Много было разных спецэффектов. А тут совершенно ни на самолет не похоже, ни на эту крылатую ракету. Такая скорость, такой громкий гул. Ну и в итоге я достал телефон, не успел снять. Я вам сейчас покажу фотографию, что я по итогу снял. Вот она. Это наша какая-то из систем ПВО, какая-то ракета, наверное, очень современная, гналась за очередной инвестицией Путина в Российскую Федерацию, и, слава богу, ТДФУ достигла ее. Вообще, прямо над головой. Господи, что происходит. Сегодняшний, не знаю, нехорошее слово пришло в голову. В общем, очередной обстрел. Z-каналы так его разгоняли, так радовались, а оказался пшиком. Потому что сбили из 69 54 ракеты. Над Киевом вообще из 16 сбили. Досталось бедной Одессе. И Львову долетело, конечно, туда. Тоже не очень хорошо. Но над Одессой сбили 21 ракету. Это какая упачку они в эту бедную Одессу с криками «За памятник Екатерины II! Прости нас, Катя!» В 2007 году установлен этот памятник, и Путин сделал все, чтобы его снесли. И его вчера благополучно убрали. Потом такая наступила тишина, телеграм-каналы еще пугают, будет вторая волна, третья волна, все ждут, ждут, хоп, отбой воздушной тревоги по всей стране. Значит, понятно, Бобик сдох. В этот момент мы получаем с тех же телеграммов российских, с телеграм-каналов, что самолеты не могут сесть в Энгельсе, там работает ПВО, что-то происходит, летит ответочка какая-то. Что-то сбивают, сейчас на деревьях остатки каких-то ракет находят. Ну, что-то там было весело. А по Беларуси начинают пропагандоны разгонять информацию, что упала ракета Украины, С-300.
доблестные ПВО сбили. Официальные пропагандисты молчат. Где-то через 4 часа начинают рассказывать. Да, ПВО «Луки» сбила ракету с Украины. Вот, что это такое? Ну, начинают, естественно, нагнетать. На какой город она летела, эта С-300? Куда хотела попасть? А потом выходят официальные лица. Я вам сейчас покажу. И объясняют, откуда летела ракета. Вот как высказался Следственный комитет. По данным следствия, сегодня утром в Ивановском районе, вблизи деревни Горбаха, на сельскохозяйственном поле, обнаружены обломки ракеты. На место незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа управления Следственного комитета по Брестской области. Следователи работают во взаимодействии с сотрудниками Министерства обороны и Государственного комитета судебных экспертиз. Сотрудниками милиции своевременно обеспечено оцепление места происшествия. Предварительно установлено, что обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. В настоящее время осмотр продолжается. Опрашиваются очевидцы. Подробно фиксируется следовая картина. Изымаются объекты, имеющие значение для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований. Заметили, насколько аккуратен Следственный комитет? Вы услышали там страну? Или откуда эта ракета летела? И вообще, консультировались ли они с военными, что они нашли? Все изучают. Это уже 5 часов вечера. Ни слова не сказали. Но правда, выходит какой-то военрук, и у него есть четкое понимание, что это было. Ему сказали, что говорить, но при этом он говорит, не переживайте. Сегодня в районе 10 часов утра на территории Ивановского района было зафиксировано падение предположительно зенитно-управляемой ракеты комплекса С-300 украинских вооруженных сил. Ситуация подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территорию Республики Польша. Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают. Если честно, меня удивило две официальные версии, насколько они пока осторожны, аккуратные, что Следственный комитет, что военные. Пропагандисты, понятно, у них работа говорит немножко по-другому. Они сейчас уже разгоняют, что вечером будет по этому инциденту суперзаявление диктатора Лу. Ну, если будет, мы с вами его разберем. Что он там нам расскажет. А мы с вами, друзья, тем временем в лице полка Калиновского, вот, сегодня утром с нуля вот такой красавицей передавали привет оккупантам от всех подписчиков Балаганова, чтобы они побыстрее покидали территорию Украины, им тут не рады, и пусть уходят либо своими ножками, либо их вывезут немножко по-другому. Вот так это выглядело. Выстрел! Поэтому тут можно добавить слава ЗСУ, слава всем добровольцам, слава полку Калиновского. Спасибо, что ребята обороняют нашу землю. Кто не знает, на фотографии был Паша, который он же в Америке, он же в Австралии. Все на нуле. Дальше я хочу вам показать. Инсайдер сделал очень классное видео. Он разослал в ТикТок всем молодежным Z-патриотам сообщение, что это администрация Кремля. И надо за 100 евро сделать видео следующего содержания. Спасать Путина, потому что в интернете начали разгонять новости, что Путин купается в крови оленей. И надо людям объяснить, что это полезно, что этим занимались очень-очень давно. И вообще все это практикуют, это как выпить от гриппа какое-то лекарство легкое. И что вы думаете? Несмотря на весь этот бред, несмотря на всю абсурдную ситуацию, они, по-моему, написали, только один
из всех сказал: я не знаю, как такую новость подать, я готов, я пока не понимаю, как я могу людям в глаза смотреть, гнать этот бред. Все остальные великие зе-патриоты сделали такие видео. Ну, насладитесь, это одна минута. Что? Путин серьезно болен? В конце недели появилась информация, что Путин принимает ванну из оленьей крови. Почему-то все начали думать, что он серьезно заболел. На самом деле, это же равнеоздоровительная процедура. В советских санаториях это была довольно частая процедура. Кто-то обливается холодной водой, кто-то кушает аскорбинки, кто-то принимает ванну из крови оленей. В этом нет ничего плохого, тут все нормально. Даже Сталин и Ленин принимали ванну из крови оленей. Можете загуглить, это довольно популярная процедура. Так что повода для переживаний нет. Все хорошо, это была просто оздоровительная процедура. Путин болен? Недавно пошла такая информация о том, что Путин принимает ванну из крови оленей, из-за чего все считают, что он серьезно заболел. Но я хочу внести одну ясность в эту ситуацию. Просто для общего развития это называется пантовые ванны. Это обычная лечебная оздоровительная процедура, которая была еще во времена СССР, которая даже сейчас очень развита на Алтае том же. С ним все хорошо, он не болен, просто оздоровительная процедура. На секундочку, Сталин и Ленин тоже их принимали. Что? Путин болен? В сети гуляет информация о том, что Путин принимает ванны из оленей крови. И все почему-то начали думать, что он серьезно заболел. Но на самом деле это просто давняя оздоровительная процедура. И не более. В советских санаториях это была довольно частая процедура. Кто-то обливается холодной водой, кто-то принимает аскорбинки, кто-то купается в оленей крови. Все нормально. У меня, ладно, в Иркутске это нормальная привычка купаться в оленей крови. Напишите в комментариях, кто из вас хоть раз в жизни купался в какой-то крови. И вы видели, это ж молодежь. Что делает 100 евро? Вы представляете бюджеты пропаганды? Ну, мы, конечно, от этого видим, что происходит с пропагандой, потому что следующее видео, которое я хочу вам показать, это ответ. Все-таки Соловьев записал очередной Гиркину Стрелкову террористу. Притом уже слова не подбирая. И потом еще показать вам маленькую его агонию, как он объясняет, как он мечтает умереть за Родину. Ну, давайте. Ну, для кого-то это будет жесткое видео, но все равно надо посмотреть. Все мои предки евреи похоронены здесь. И не тебе, мразь антисемитская, продавшей честь русского офицера, свой грязный поганый рот открывать на верховного главнокомандующего, на русскую армию и русских солдат. Ты не смог умереть в Славянске. И ты не смог сейчас добраться до передовой. А ребята смогли, и они воюют. Так заткнись, мразь. С 24 февраля территория выросла на 4 территории Крыма. И приросла населением около 7-8 миллионов человек. Но украинцы утверждают, что они отвоюют все и Крым. Они, а мы утверждаем, что мы дойдем до Чопы, и никакой Украины не будет. А мы утверждаем, что мы отвоюем все. Это правда, но у России есть российский ВПК, но у Зеленского есть весь ВПК коллективного Запада. И это, ну и это что? Это значит, ресурс. Что коллективный Запад познакомится с мощью российского ядерного оружия. Желаете повоевать с Россией? Встречайте наше стратегическое ядерное вооружение. Вы вообще ничего не понимаете ни про Путина, ни про русских. Да мы с радостью, вы помните? С радостью примем смерть вместо позора. Мы же в рай. Пару месяцев. А вы просто сдохнете. Я не знаю, есть ли доктора среди наших подписчиков, но если есть, напишите, что это. Потому что я уже не верю, что это тяжелые наркотики. Это что-то, наверное, посложнее, либо легкая грусть с задачами на озеро Кома. Я не знаю, что с ним происходит. Но то, что Гиркин мразь, согласен. Надо посмотреть, как завтра ответит Гиркин. Чем больше будет этих вещей, тем гораздо лучше. Следующее видео, которое я вам хочу показать, знаете, сегодня Путин подписал указ, если ты ранен на фронте, 3 миллиона, если ты убит, 5 миллионов. И тут выходит видео, едет великий зе-патриот в автомобиле. Вот я хочу поехать сейчас на Украину, да. Но меня не берут, а я хочу стать 200-м.
Я тебе объясню. Я тебе сейчас объясню. За 200-го, там где-то 5 миллионов выплачивают родственникам. Это как раз хватит купить какую-нибудь квартирку однокомнатную на окраине Москвы. Хочу стать 200-м. В принципе, теперь понятно, для чего Путин со своим кооперативом «Озеро» грабил 20 лет Российскую Федерацию, чтобы вот таких желающих было гораздо-гораздо больше. Друзья, если вы смогли досмотреть до этого момента, значит, мы на одной волне. Подписывайтесь. Слава Украине, живи Беларусь! И лозунг нашего канала «Хороших людей больше». Пока!